Семнегорске. Опасность, исходящая из этого региона, заставила нашу корпорацию прибыть сюда, чтобы уничтожить нашего давнего врага. Вас, жалких плательщиков, отказавшихся добровольно покинать колонии. Мы настоятельно не рекомендуем оказывать сопротивление нашим солдатам, пытаться сообщить о процедуре ваших сигнатов или на другие. Добровольная сдача нашему силовому корпусу обеспечит вам адекватные условия содержания и использования вашей биомассы в наших личных целях. Удачного дня!
Алита. Вместе с кораблем коалиции на ремонт поступил штурмовик Зеро. И он пока в адекватном состоянии. Отлично. Мне нужно, чтобы ты очистил зону крушения. Затем я активирую Зеро и отправлю тебя в безопасное место. Эй, база. Мы тут поразмыслили и пришли к выводу, что наш враг — это сверхюнит. Мы проанализировали его поведение и ход боя, и мы практически полностью уверены, что ведем бой со сверхюнитом, причем особого назначения. Скорее всего, он попытается сбежать, используя трофейный штурмовик Zero. И у него это получится, ведь у него есть коды доступа к штурмовику. Понимаете, к чему я веду? Хоть сдохните там все, но не дайте ему добраться до штурмовика. Взорвать штурмовик у вас все равно не получится. Он не пройдет. Перекрестный огонь. Уничтожить врагов Монолита! Сверхюнит противника! Получи, тварь! Противника. Он не пройдет. Перекрестный огонь. Не волнуйся, ты не проживешь долго. Уничтожить врагов Монолита. Да, база, подтверждаю. Всем объект на радаре, уже отправляемся в сервер. Слишком огромный.
меня, иначе я не смогу убить. Thank you.
Сириата. Океан.